В данном видео вы услышите следующее. Михаил Саакашвили заявил: «Повторная голодовка может меня убить. Я знаю, на что иду». А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну что, приступим. Мой голландский врач пишет: восстановление голода категорически исключено. Это приведет к повторным проблемам со здоровьем и повышению стресса, обмена веществ, электролитов, ферментации и гормональных изменений, которые в свою очередь могут привести к расстройству тканей и клеток, что может привести к тому же расстройству, что и приступ, Д и летальный исход последует за этим. Я положил это сюда, чтобы никто не подумал, что я не знаю, через что я прохожу. Я делаю это осознанно, чтобы все, кто думает, для народа никого нет. Все дело в одиночестве. Этой стране не вместе решать. И я разобью очередной миф и даже покажу ценой своей жизни, что та жертва действительно того стоит. И я, чему я служу, я готов отдать высшую жертву. Пусть кому-то это покажется жалким и старомодным. Правительство относится ко мне именно так, как оккупанты в Цехвале относились к Геннадию Бестаеву. Специально дождались, когда его симптомы углубляться, и сначала инвалидом, а потом почти мертвым вернули горе.